Моего прадеда Лобанцева Алексея Сергеевича не стало в 1990 году, за 8 лет до моего рождения. Прадедушка был участником трех войн – Гражданской, Финской, Великой Отечественной. Бабушка часто вспоминает, как плакала, когда ее папу мобилизовали на фронт с первых дней войны. Служил в гвардии сержант Лобанцев военным пекарем. Однажды в деревню Чернецкую пришла тревожная весть, что воинская часть Алексея попала в окружение. Вся родня очень переживала, потому что они знали, как жестоко обращаются немцы со своими пленными. К счастью, через 2 недели пехотинцам удалось прорваться из вражеского кольца. Во время войны боец Алексей был ранен. Фашистская пуля угодила прямо в щеку. Без преувеличения можно сказать, что мой прадед был на волосок от смерти. Эту пулю он привез домой и хранил всю жизнь. Долгий путь с боями прошагал в гвардии сержант Лобанцев через всю Россию, Норвегию, Польшу и Германию, дошел до Берлина и вернулся домой в августе 45 года. Мой прадедушка не любил рассказывать о войне. Он считал, что прожил жизнь обычную, скромную, как все его ровесники. Но медали и его награды говорят сами за себя. Орден Великой Отечественной войны, медали за боевые заслуги, благодарности от Верховного Главнокомандующего. Я считаю, что мой прадед – самый настоящий герой.